Что такое японский микро-микро-микро минивэн за 1,2 миллиона рублей? Это Honda N-Box 2019 года. Маленький кей-кар из Японии. У него правый руль и махонький мотор мощностью 58 сил. Но у него есть такие фишки, которые ты нигде не встречал. Например, вот так обозначена ручка открывания багажника. Сам багажник небольшой, но его можно просто увеличить. Раз, боковую дверь можно открыть с пульта. А сиденья раскладываются очень чудно. Чтобы вернуть сидушки, нужно просто потянуть за эту ножку. Передняя дверь открывается просто на 90 градусов. А на зеркале есть еще зеркало. Чтобы, смотря вот в это зеркало, ты видел то зеркало. Звучит это максимально странно, но по факту удобно. Ну и, конечно, продуманность тачки впечатляет. Ниша здесь, бардачок здесь, подстаканник здесь, ниша, ниша, еще ниша. Ах да, ниша есть даже тут. Ну и вот тут. Правда, есть у N-Box'а два существенных минуса. Слабенькая динамика. Цена. Такая тачка стоит 1,2 миллиона. Но ведь во всем другом-то она просто бесподобна. Согласны?